Thank you.
Что, друзья, охота у нас сегодня с подхода на лесу состоялась. Использовали, как всегда, карабин ТК-598. Прицел, вот больше хочу про прицел рассказать. Это iRay, прицел Дженни со встроенным дальномером. Что очень удобно, определять дистанцию по лесе, ну вообще по дичи. На какую дистанцию выстрелять, потому что глазом, как правило, тяжело определить в поле. Вот в лесу сейчас стрелял 110 метров, кобелек добыть, значит, с подхода, подходил с подветренной стороны, но все равно близко не может меня подпустить, как бы, ну все, я лег, лежа, с упора лежа стрельнул, пробирался, пипец, конечно, снега, без лыж, это просто нереально, на самом деле, гряду переходил, такой снег вообще выше меня, я как-то так вот вскарабкался, вот, но все, как бы, охота удалась, удачно. Небольшой лис, кобелечек, выстрел, значит, вот сюда я ему попал, вот сюда, то есть, ну, пуля ему, понятно, все разбила, выстрел, можно сказать, в голову, вот, вот сюда вот, попала пуля и оттуда вышла, ну, все, как бы, он дальше никуда не прошел. Прицел Дженни, ребята, прям советую. Картинка изумительная. Ну вот я вот сравнил его с СКТ-шкой. Не могу сказать, где лучше картинка, но в Дженни мне почему-то кажется, что она такая пореща. И возможно из-за того, что дисплей другой стоит. И дальномер — это очень удобная штука. Стоит, наверное, переплатить. Я, ну как бы говорил то, что порой, видите, болт у меня высокий, то есть 90 градусов. И порой, ну то есть вот эта часть немножечко цепляет, но это на самом деле дело привычки. Все нормально работает. Вот. Все нормально работает. Здесь зато большая емкость аккумулятора. Его надолго хватает. То есть тут аккумулятор 26650. Его реально надолго хватает. То есть ничего на морозе. Вот сколько я им прошел, вон он весь в снегу, здесь забился. Как бы. Но это я уже обратно так более не так бережно шел. На самом деле все работало, все. Все мне отлично было видно. Удобная крышечка в комплекте. Сюда снег не попадает. Вот ее открыл, и все. У вас объективчик как бы чистенький. Быстросъемный крепеж компания iRay кладет. Очень качественные стальные. На планку вивера быстросъемы. Все отлично работает. Как пристрелял. Уже сколько? 2 недели охочу с ним. И вообще шикарно. Это заяц. Нет, не заяц. У меня лиса была. И вот вторая лисица. То есть, ну прям... Супер, вот именно с Женей. Так что так вот, друзья, подписывайтесь на наш канал. Ссылки на прицелы я оставлю в описании. Можно заказывать. То есть, пожалуйста, заказывайте, в любую точку страны мы отправляем. Напоминаю, что подписчикам канала 5% скидка. А это большая сумма от таких больших сумм прицелов. 5% скидку вам даем за подписку нашего канала, на наш канал. Всем удачи, всем хорошей охоты, всем больше добычи. Всем пока, друзья.